16 мая, Международный день семьи, в Доме народного творчества прошел праздничный вечер «Формула семейного счастья», где чествовали лучшие семьи нашего города. Семья – это труд и забота друг о друге, это любовь и уважение. У каждой супружеской пары есть своя формула счастья. От имени районного руководства участников вечера поздравил первый заместитель главы администрации Владимир Рассадин. Этот праздник мы празднуем достаточно недавно, он, в принципе, молодой, но от этого он не становится менее значимым. Ведь все мы с вами всю свою жизнь проводим в семье или с семьей. Мы рождаемся в семье, юность, детство проводим в семье, женимся, выходим замуж, создаем семью, дети, внуки, правнуки, опять же семья. Как ни крути, как ни складывается жизнь человека, самое главное – это семья. Поэтому я хочу в этот день пожелать вам всем счастья, здоровья, любви и удачи. Пусть ваши семьи будут крепкими. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. И долгих лет вам жизни. Спасибо. С праздником. Рождение близнецов для родителей – необыкновенный, чудесный подарок судьбы. Счастливых семей, где растут близнецы, на празднике было две. Под аплодисменты зрителей ведущие пригласили на сцену Надежду и Дениса Кораблевых с их очаровательными, долгодовалыми близнецами Иваном и Настей. Затем к ним присоединилась семья Натальи и Дмитрия Мороз с дочерью Вероникой и замечательными 4-летними братьями, активными и любознательными Иваном и Вадимом. А в семье Сурнаковых три сына – студент Евгений, 10-классник Юрий и дошкольник Артемий. Ольга и Алексей все делают вместе с детьми, занимаются спортом и активно участвуют в общественной жизни района. Три сына из спортивной семьи Каратеевых. Иван и Даниил – студенты, а младший Александр еще учится в школе. Их родители Наталья и Сергей очень серьезно относятся к процессу воспитания. А вот формула счастья семьи Васильевых строится на доверии и поддержке друг друга. В апреле эта семья приняла участие в областном фестивале-конкурсе «Дружная семья», который проходил в поселке Кошкино Всеволожского района. Васильевы победили в номинации «Преемственность поколений» и заняли первое место в творческом конкурсе «Моя семья и культурные традиции России». Пройти рядом по жизни полвека могут только любящие сердца. В этот вечер ладинопольцы поздравили золотых юбиляров Людмилу Ивановну и Анатолия Петровича Игнашовых, а также серебряных юбиляров Наталью Владимировну и Владимира Мироновича Качанских, у которых за спиной 25 лет счастливой жизни. С творческими поздравлениями перед зрителями выступили юные артисты Дома народного творчества, подарив гостям праздничное настроение. С Международным днем семьи. Будьте счастливы! До новых!